Ну что же, начнем мы с вами с актрисы, без которой данный список просто не мог бы обойтись. Звезды сериала «Игра престолов», «Матери драконов», «Кхалиси», «Разрушительницы цепей» и просто очень обаятельной, веселой и доброй молодой женщины Эмилии Кларк. До своего попадания в «Игру престолов» на счету Эмилии было несколько проходных работ, но, конечно же, именно «Престолы» прославили молодую актрису на весь мир. Кстати, далеко не все знают, что эту роль Эмилия получила уже как бы задним числом. Потому что сперва играть Дейенерис поручили звезде Тюдоров Тамзин Мерчант, но как сам пилот, так и игра этой британской актрисы были настолько неудовлетворительными, что боссы HBO по сути перекроили там почти все, когда эпохальная роль и досталась ровеснице Тамзин, 24-летней Эмилии Кларк, которая сразу же после первых серий очень полюбилась зрителям сперва приятной наружностью и убедительной актерской игрой, когда трепетная и беззащитная Дейенерис постепенно превращалась в уверенную в себе матерь драконов, ну а потом по мере знакомства с самой Эмилией Кларк аудитория очень сильно полюбила и ее за прекрасное чувство юмора, веселый нрав, несмотря ни на какие жизненные ситуации, полнейшее отсутствие хоть малейшей звездной болезни и совершенно органичный образ своей девчонки. А дальше уважение и признание аудитории только увеличилось, когда относительно недавно актриса все же призналась, что она испытывала огромное напряжение и стресс во время съемок ранних сезонов «Престолов», приведшие к двум кровоизлияниям в мозг, о чем мы с вами все это время и не подозревали. Но груз ответственности, связанный с такой огромной ролью в начале ее карьеры, в сочетании с физическим напряжением в условиях жаркого климата, а также восстановление после операции на мозге, все это привело к самым печальным последствиям. У Эмилии начались панические атаки. Как вспоминает актриса, в моменты сильного стресса ее страх смерти доходил до предела. Многие в таких условиях начинают срывать съемки, употреблять алкоголь или пытаться изображать из себя жертву, но только не Эмилия Кларк, не зря же обо всем этом мы с вами узнали только после окончания «Игры престолов». Также уже теперь актриса активно, но без лишней помпы, занимается благотворительностью, в том числе помогая и людям, которые перенесли проблемы со здоровьем, подобные ее, за что зритель тоже одарил Эмилию Кларк любовью и уважением. В общем, это именно тот случай, когда подавляющее большинство аудитории единогласно обожает британскую актрису, и, как по мне, совершенно заслуженно. Так что пожелаем Эмилии Кларк здоровья и дальнейших ярких ролей, и пойдем дальше. А дальше у нас...